Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Сибирский циклон поднимается к северу, забрасывая лето далеко за полярный круг. А на юге небольшой антициклон немного успокаивает погоду. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 24 июня местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха составит 12-14 выше 0. В дневные часы воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. В последующие двое суток также кратковременные дожди, грозы. 25-го ночью синоптики прогнозируют 15-17 со знаком плюс. В светлое время суток ожидается плюс 27-29 градусов. 26-го в ночные часы плюс 16-18 градусов. Днем температура воздуха составит 26-28 со знаком плюс. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!